Шумыта речка Важенка. А вот еще одна достопримечательность этой речки — это люк с нержавейки. Лежит он, наверное, с 91 года здесь, с нержавеечки, да. Вот. Никто его не может вытащить отсюда. Даже на буранах, наверное, тут во льду, все в снегу там. Очень тяжелый. Не знаю, что пробовали, не пробовали. Тут шатается. Короче, он приплыл с железной дороги, которая отсюда километров трех, наверное, там, где-то 3 километра этого. Как его? Ну, речка сама петляет, короче. Он как кораблик, все пороги прошел, все эти губы. Не знаю, может, кто-то на нем и плыл, что так, не знаю, нигде не застрял, как вот здесь, внизу, в самом. Вот. Вот. Это вообще. И плюс еще, он еще не утонул. Это вот, вообще поражает. Хороший шов, сладчику респект. Вот. Вот, сдать бы его, конечно, килограмм на 200. Не знаю. Ну, может, конечно, вода какая-то есть. Не знаю, не пробовали это, конечно, его поднимать. Спины не хочется. Свернуть там. Так. Что еще у нас? Этот хоппер, наверное. Вот. Нижняя крышка. Вот. Ну, вагон, короче, железнодорожного. Не знаем, что делать. И хочется, и колется, короче. Тут как... железнодорожному, как сказать, раздолбайству или как авариям, как памятник тут лежит. Может, кто-то для путейцы вряд ли заберут, тут нету рельс. Рыбаки, баранчики, охотники, не знаю. Да и сдавать, наверное, не примут железнодорожный. Если только разрезать там на мелкие кусочки, не знаю. Вот так он по сей день тут и валяется. Вот. Было в газете, да, в 91-м или 93-м году на мосту товарняк сошел с рельс. Там до сих пор всякие пружины, там какие-то остатки валялись. И это. А эта крышка уплыла от них. Вот. Да, кстати, там еще ролик был, там, как к рельсу тоже доставали. Там. У них там кран был аж на дороге, а они, им пофиг. Даже рельсу с речки не убрали. Вот. А туристы, там человек 20 был, они вытащили ее толпой там. Вот. На берег, чтобы, ну, байдарком, чтобы было хорошо ездить, спускаться. Понятно. Вот. Ну, все. Вот такой вот ролик. Про цвет мед.